Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы снова возвращаемся в Satisfactory, который мы смотрели последний раз много лет назад, когда игра только появилась в раннем доступе, по-моему, еще в Epic Store, если я не ошибаюсь. И за это время вышло 8 крупных обновлений. Сейчас мы смотрим на Update 8, экспериментальная сборка, как, собственно, видно. Надеюсь, проблем никаких не будет. Сейчас есть еще технические проблемы, разработчики там правят, фиксы выпускают довольно часто. Иногда FPS проседает до нуля, бывают фризы такие, и вроде люди на краши периодически жалуются. Ну, посмотрим. Надеюсь, проблем не будет. Я немножко побегал, у меня игра не крашилась, только вот фризит иногда. Ну, вроде не сильно страшно, не сильно большая проблема. Вот. И из интересных нововведений, восьмая версия больше была направлена на переход игры с Unreal Engine 4 на 5, да, что, ну, в целом хорошо, наверное. Вот. Но из интересного больше добавили каких-то, улучшили качество жизни, да, как это называется. Много разных мелочей приятных в игру ввели. Ну, в общем, восьмая обнова не слишком важная, я бы так сказал, как, ну, для игрока обычного. Вот седьмая, это другое дело. В седьмом апдейте добавили чертежи. Очень многие ждали, да, в подобных играх, где нам нужно строить иногда очень много одинаковых заводов, чертежи, вещь, конечно же, незаменимая. Времени экономит очень сильно, да. Посмотрим, как это все реализовано в Satisfactory. Я еще не играл, не видел всего этого. Я последний раз, по-моему, играл немножко в шестую версию, в шестом апдейте. Часиков 10-15 побегал. Ну, в общем, фактически будем разбираться с нуля, изучать игру, и у меня есть определенный план уже, я знаю точно, где мы будем строиться и как примерно я хочу, чтобы там у меня все это выглядело. Ну, в общем, посмотрим, что у нас получится, да, и может быть, серии выходить будут не каждый день, потому что тут игра такая, что, скорее всего, не на запись придется много покопать, вот, но поначалу, я думаю, каждый день серии будут выходить, ну и может быть, это не будет у нас долгим и неспешным прохождением, посмотрим, потому что чем дальше, тем более душно игра становится, конечно же, вот, и все больше и больше времени будет отнимать. Посмотрим, насколько меня хватит заниматься всяким этим строительством заводов и прокладкой конвейеров и всего остального, да? Но в любом случае, если вы хотите видеть больше серии по этой игре, то не забывайте писать об этом в комментариях, конечно же. Ну, а мы начинаем. И нам дают на выбор 4 стартовые локации. Мне не очень нравятся пустыни. Там, конечно, относительно ровно, да, и можно хорошие заводы построить, и ресурсов там хватает. Тут в травяных полях ровная территория, большая, хорошая, но ресурсов не так много. Ну, то есть залежи ресурсов не такие прям хорошие. Вот. Мне, конечно, больше всего нравится северный лес. И более зеленая, более приятная для глаза территория такая. Ночи просто потрясающе красивые там. И залежи ресурсов довольно богатые. Мы назовем нашу игру Галаху 1, конечно же. И мы не будем пропускать вступление, мне очень нравится это стартовое начальное вступление, когда мы из ничего начинаем потихонечку все-все-все строить. И продвинутые настройки, тут ничего интересного нет для нас, да, мы все, короче, начинаем просто вот так, да и погнали. С возвращением галактики. Attention, Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective.
Ну, вот такой вот незамысловатый инструктаж. Перед высадкой на планету. Наша задача — собирать ресурсы и строить заводы, чтобы собирать еще больше ресурсов, да? И перерабатывать их, производить разные... разные детали, которые мы будем отправлять потом на базу куда-то нашим хозяевам. Что-то там деревья на заднем фоне не все прогрузились, походу. Remember, efficiency first. Godspeed. О, что-то палец у нас насквозь прошел. Да, в натуре, слушайте, деревья там не прогружены нормально. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Пока она бухтит, немного ресурсов пособираем сразу. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Так. Note: Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Разбираем капсулу нашу. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. This is one of multiple edibles we have detected in your vicinity, which are within approved nutritional and medical categories as established by R&D. A new research tree can now be accessed in the MAM. Так, открыть справочник нам, да, предлагают. Хорошо, обучение, инструктаж, все дела. Можем все это дело почитать. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xenozapper equipped before leaving the drop zone. Xenozapper. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Так, хорошо, давайте поищем железо. И сейчас сверху на компасе нам что-то покажут. Так. Да, нам к вот этому железу. И пока ходим, собираем ресурсы. Тут, конечно же, потому что нам вся вот эта вот растительная биомасса понадобится в итоге. И ягодки собираем. Ягодками мы можем здоровье восстанавливать, когда на нас будут какие-то местные обитатели хищные нападать. Ягодки нам определенно понадобятся. Сколько мы там уже? 2000 листвы насобирали. Хорошо. На какое-то время нам этого хватит. Еще ягодки. Я, кажется, вижу уже нашу... О, да, вот, вот полянка, которую я люблю. Достаточно в целом много места здесь. И полянка окружена просто ресурсами. Там известняк, там железо.
Здесь два железа. Ой, фризы, да, вот такие фризы бывают иногда. Вот там еще железо, тут известняк, тут медь. Короче, просто красота. Ну и немного местных хищников здесь опять же есть. Давайте мы сейчас с ними разберемся в первую очередь, потому что они нам жить спокойно здесь не дадут. Где он там в кустах прячется, зараза? Да, харе бегать, харе. Так, и надо с него панцирь взять. Панцирь нам надо. Вот эти блохи, они мирные, просто ходят и... Ну, мне они очень не нравятся. Их вроде можно тоже убить, если я не ошибаюсь. Но нам не надо. Она будет нам мешать путаться тут под ногами. Но со временем, когда мы тут застроим все фундаментами, ее уже не будет. Так, ну хорошо. Все, можем собирать руду. Fourth objective. Build the hub. Note. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Mm-hmm. Так, и из строительства у нас сейчас есть верстак и хаб. Больше ничего. И кабаны где-то тут уже к нам бегут, да? Так, хорошо. Вроде больше пока нет. Окей, строим хаб. Верстак нам пока не нужен. Как я хочу расположить хаб? Пока что вот так мы его расположим. Траву пока вот здесь я постараюсь не трогать. Дальше хаб у меня будет на воде расположен. Вот здесь, чуть-чуть подальше. Здесь приятное такое местечко. Но это потом, когда фундаменты у нас появятся. И в верстаке мы можем перерабатывать руду в слитки. Слитки в пластины и прутья. Давайте посмотрим, что нам надо для того, чтобы наш хаб улучшить. Нам надо 10 прутьев. Давайте сделаем 10 прутьев. Хорошо. И улучшаем сразу хаб. У нас откроется переносной бур и мастерская. Ну и количество ячеек в инвентаре тоже прибавится. Прибавится вот так. Окей. И хаб наш немного улучшился. Угу. Появился сундук для хранения барахла. Можем часть травы выложить. И наша задача сделать сейчас мастерскую и накрафтить себе штуки 4, наверное, этих самых переносных буров. Для начала нам, я думаю, хватит. Давайте, по-моему, еще нам надо слитков немного. И, может быть, парочку еще прутьев. Так, мастерская. Давайте мы ее как-то вот так вот поставим. И... Ага, 4 и 2.
Короче, нам надо еще две железные пластины сделать. Так. И... Ну, короче, хватит. Делаем три бура еще. Итого у нас будет 4. Мы берем в руку. Так. Один пойдем поставим на добычу известняка. Тут рядышком. Можем выковырять вот эту вот большую штуку. Она нам все равно не нужна и будет мешать потом, когда мы будем буровую установку здесь полноценную ставить. Ты же выкопаешься? О, да, выкопается. Хорошо. И бур начал работать. Идем. Теперь вот здесь. Где тут у нас железо? Вот здесь поближе железо. Поставим так. Левой клавишей просто отпускаем и все. Два бура. Все. Они распаковались и начали работать. И на меди еще тоже пойдем поставим. О, еще ягодки. О, еще кабаны. Так, надо в руку взять. Запер наш. Расслабься, расслабься. И работа пошла. Можем пойти уже пособирать, я думаю, ресурсы. Хотя бы понемногу с этих буров, но можем, я думаю, собрать уже кое-чего. Так, там еще грибочек есть. Возьмем. Угу, тут практически полный уже даже. Неплохо. И эти два уже полных, да? О, известняк собирается медленнее, по идее. Хорошо. Нам пока не надо мастерская будет, мы ее разберем на какое-то время. И делаем снова запас небольшой слитков. Давайте посмотрим, сколько нам нужно здесь чего. 10 и 20, хорошо. Ну и с небольшим запасом я сделал того, чего нам нужно. Выбираем цель, загружаем ресурсы и улучшаем хаб. Во. Уже другое дело. Congratulations. You have unlocked hub feature, biomass burner, scanner feature, copper, new buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note. Buildings such as the smelter require a recipe to be set. Так, хорошо. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Сейчас мы возьмем немного меди, и в принципе мы можем сразу на следующий уровень перейти. Двадцать проволоки скрафтить, и там по мелочи всякого, и мы готовы, правда? А мы можем, по-моему, как-то... Во, когда цель выбираем, у нас здесь отображается, что нам конкретно нужно.
чтобы не забыть. Так. Из одного слитка у нас две проволоки крафтятся сразу. Удобно, быстро сможем сделать двадцаточку. И две вот этих, и две вот этих нам нужно еще тоже сделать. Давайте сразу два прута и две пластины. Все, можем сразу переходить на следующий уровень. Угу. Так. Еще немного наш хаб улучшился. Congratulations. You have unlocked scanner feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective. Complete hub upgrade 4. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. И для электростолбов нам понадобится бетон как раз. Так, и вот теперь мы можем уже сделать плавильни. Сделать к плавильням можем конструкторы. И работа пойдет уже совсем другими темпами. Но надо еще немного ресурсов подготовить для этого. Ну вот, запас ресурсов небольшой я подкрафтил. Давайте смотреть. Наверное, первым делом мы медью займемся. Поставим плавильню. Наверное, где-то здесь пока что недалеко относительно. Вот так. И поставим сразу рядышком тоже конструктор. Вот. Вот так. Здесь мы выберем медные слитки. У нас есть немного руды. Так. Здесь мы выберем проволоку. Так. И нам надо поставить здесь электростолб, от которого мы протянем еще один электростолб. Куда мы тянем? К вот этой стороне мы тянем. Может быть, даже еще один. Потому что у нас к одному столбу можно только 4, да, законнектить провода. Поэтому нам понадобится запас определенный. Ну и коннектим, да, вот так. Так, и коннектим, конечно же. А, кабеля не хватает. Ничего мы не коннектим. Вот таким вот образом законнектили. Все, теперь руда будет перерабатываться здесь. Я, наверное, сразу возьму еще стак руды. Пока что просто с собой буду носить, но... А потом мы поставим буровую, да, и сюда законнектим конвейером, и уже дело будет отлично работать. Так, медные слитки. 14 уже штук есть, поехали. Пусть работает потихонечку. У нас, получается, наш один вот этот вот сжигатель биомассы вырабатывает 20 мегаватт энергии, что довольно много. Мы пока что потребляем только 8. Так, и дальше. Смотрим, что нам надо. Нам надо еще медная проволока как раз. И... Я, наверное, пока что подкрафчу ручками то, что нам нужно. Хочу еще два сделать сразу конструктора и две плавильни. Так, что нам здесь надо? Ага, 8 этих нужно, окей. Вот так. Теперь проволока там пока производится, мы на нее не это самое не заморачиваемся. Нам надо еще прутья.
прутья быстро крафтятся. Так. Проволока. А, и кабель нам надо. Не прутья, кабель нам надо. Так, что-то кругами я тут хожу. Можно по прямой выйти, да, на эту сторону. Тут уже ничего не производится. О, теперь... Теперь производится. 28 проволоки мы взяли. Да. Да. Ну, идем пока поставим две плавильни. Кабель. Сразу тянем. Тянем куда-нибудь... Вот сюда, наверное. И да, ставим две плавильни. Наверное, пока что вот так разместим их. Одну и рядышком вторую, таким вот образом. А здесь мы будем плавить железные слитки. У нас немножко железа есть. Сразу коннектим. Не коннектим, я понял. Так вот, сразу коннектим. И не хватит нам ресурсов. Ну ладно. Забираем руду. И загружаем. Все, слиточки будут производиться. 100 штучек здесь может храниться. Ресурсов. Докинем еще немного листвы сразу. И пойдем посмотрим, что у нас тут. 40 проволоки есть в запасе, отлично. И добавим сюда еще руды и слитки перекинем сюда. Так, хорошо, нам надо еще кабель. Нам надо еще кабель. Так, и нам надо... Что нам надо? Надо, да, еще больше кабеля, да. Все просто оказалось. Так, и идем, ставим два конструктора. Напротив вот этого всего дела сразу. Конструкторы, по-моему, немного больше по размеру, да, чем плавильня. Если я не ошибаюсь. Я думаю, вот так вот подойдет, и мы, наверное, сможем законнектить все это дело. Ну а пока мы не можем законнектить, давайте мы здесь будем сделать пластины. Загружаем. И здесь будем делать прутья. Загружаем. Так, и нам надо еще один столб здесь поставить, на который нам как раз вот проволоки чуть-чуть не хватает еще. Окей. Мы можем с подкатом вот так вот немного ускоряться, еще как в этом, как в каком-то, я не знаю, Warframe, да? Во, вспомнил. Так, закинем сюда. Переложим сюда. И поставим здесь столб, который мы коннектим к вот этому столбу. Да, это четвертое как раз крепление. И две вот этих коннектим. И у нас не хватает уже энергии. Окей, окей. Так. Тогда... что мы отключим от всего этого дела? Наверное, пока что проволоку отключим. Возьмем еще листвы. Можно пойти руды взять еще тоже медной. И отсюда тоже заберем слиточки. Так.
Загружаем. Оп. Загружаем. Забираем. Вот так половинку сюда перекинем. А сюда побольше перекинем. Так, хорошо. Идем посмотрим, что у нас получается по ресурсам. Комнатка у нас тут еще есть. В которой... Вроде ничего интересного нет. Так, что нам надо для следующего уровня? Проволока и 75 пластин. Так. Это мы сделали. У нас пока 26 пластин. Мы, наверное, вручную все-таки соберем какое-то количество. Дополнительно. Пока там крафт идет. Хотя можно попробовать переключить обе этих самые, да, на производство. Давайте сейчас заберем еще ресурсов. Можно переключиться на пластины и тут, и там. Так, о, 72. И мы готовы, в принципе. Отлично. Отлично. Следующий уровень хаба готов. Congratulations. You have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective. Complete hub upgrade 5. Note: portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Так, заберем известняка немного. И теперь можем конвейерами, да, соединить вот это вот все. Это будет очень и очень удобно. Заберем. Нам для конвейера, по-моему, только пластины нужны. Так. Отлично. Возьмем, пойдем еще руды. И отсюда можно забрать немного тоже руды. И возвращаем, пожалуй, да, одну из этих самых на производство прутьев. Нам прутьев тоже много понадобится. Короче, как-то так пока. Идем конвейером, соединим вот это вот все. Так, у нас... нет, на следующем, наверное, уровне появится дополнительный этот самый переработчик биомассы. Ну, ладно тогда. Пока у нас прутья крафтятся, я сделаю сейчас 50 кабеля и двадцаточку этих самых, двадцаточку бетона сделать вообще не проблема будет, да? Да. Так, ну хорошо. Есть запас ресурсов. По-моему, все перестало работать. Я предполагаю, что листья закончились, да? Да, листья закончились. Так. Но я уже все вручную скрафтил, в принципе. Пока там смотрел, как там запись, дела были. Мы можем догрузить вот это вот все и улучшить хаб до следующего уровня. Так, теперь у нас открылись буровые установки.
Отлично, мы можем себе их позволить. И у нас, да, появился второй этот самый. Сжигатель биомассы. Building, storage container, hub feature, additional biomass burner. Tenth objective, complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Примечания, примечаний нет. Но сама биомасса у нас появится, да, крафт ее только со следующим уровнем. Но тут нам придется попотеть. Поэтому загружаем листья, будем дальше их сжигать. У нас выбора не то чтобы много. Давайте сюда закинем и сюда закинем. И сразу коннектим вот так вот. Хорошо? Теперь мы можем соединить наконец-то вот это вот все дело. Так, можем поставить здесь буровую установку. Забираем и буровую ставим. И сразу коннектим вот так. Все, производство... Нет, еще не все. Действительно. Нам надо бы для начала подключить все это дело. А, нет медных этих. Проволоки немного не хватает. Так, вот теперь, значит, подключить все это дело. Во, пошло бурение. Отлично. И руда пошла. Супер. А я пока сюда закину излишки, которые у меня в инвентаре лежат, потому что нам они уже не понадобятся, скорее всего. Скорее всего. Так, а тем временем мы еще можем построить... да, сразу контейнер, куда все это дело будет выгружаться. Хлоп. И вообще отличная теперь система у нас. Сюда можем, да, закинуть вот это дело. Нет питания? А, ну да, я же отключал, действительно. Теперь есть питание. А, тут теперь у нас, да, излишки. Вот так, все. Теперь у нас хлама нет в инвентаре. Хорошо, тут вроде бы все готово. Медная эта проволока будет потихонечку себе крафтиться. Теперь давайте, наверное, да, с вот этим разберемся для начала. Берем бур, делаем, давайте контейнеры, кстати, поставим для начала тоже. Раз контейнер. А, нам не хватает пластин. Ага, я думаю, что-то не то. Что-то же не то. И два контейнера. Но. Недопустимое расположение. А так? А так допустимое. Так, хорошо. Все это дело будет выгружаться. Давайте закинем сюда руду. Сюда руду. И... бетона немного не хватает. У нас, да, есть известняк. Можем сделать... небольшим тоже запасом сделаем сразу, чтобы хватило и на этот самый. Угу, по десятке, да. Идем, наверное, сразу там поставим тоже. Нам надо только проводку потянуть туда. Тут 4 занято. Ага. Ладно, мы тогда
Нам все равно нужно будет буровую здесь запитать. И потянули вот сюда куда-нибудь. Забираем. Так, и ставим здесь буровую. Ставим здесь конструктор. Не хватает... А, да, на конструктор нам не хватает. Так, ну, буровая там начала уже работать потихонечку, уже хорошо. Так, нам надо две как раз пластины для конструктора. Чтобы мы уже автоматизировали производство бетона. Оп, не то. Конструктор. И контейнер тоже поставим где-нибудь вот так. Здесь только надо указать, что мы бетон делаем, да. Закинем известняк. Сюда закинем известняк. Нам он тоже больше в ручках не понадобится. В сыром виде. Нет питания, да. Согласен, давайте мы... еще, наверное, один стол поставим здесь, потому что отсюда, может быть, дальше коннектить что-нибудь еще будем. И запитаем его. Так, хорошо. Идем загрузим в сжигателя еще листьев, потому что там они скоро очень закончатся, скорее всего. Угу. И все остановится тогда. Так, и нас интересует теперь буровая. О, одного не хватает бетона, да? Мы как-то могли... Вот, забирать. 16, нам еще 4 штучки, пожалуйста. Во, четенько. Потому что 2 буровые надо поставить. Одну сюда. А вторую чуть повыше... Где тут у нас была? Вот сюда. Угу. И... Да, тоже нужен бетон для ленты еще. Согласен, там будут эти... крепления. Лента длинная будет. Тут не будет, а вот тут вот будет, скорее всего. Как-нибудь вот так проведем. Оп, оп, тихо. Нет, не так. И вот сюда. Законнектим. Это опять же у нас все временное, потому что потом мы тут все застелим фундаментами и будет все по-другому выглядеть. Так. Что у нас по энергии? Нормально. 31 всего лишь пока было потребление. И сейчас упало где-то, видимо, что-то, может быть, закончилось или что. Хотя закончиться тут сейчас ничего не должно. Да, тут только все начинается. Ой, стоп, что-то... Что-то с этим совсем не то, с конвейером. Да, давайте мы его уберем и переделаем немного все же. Чтоб он как-то лучше выглядел. Хоть все равно это временно, да, но... Я не хочу, чтобы это настолько плохо выглядело. Вот так. Я предполагаю, что листья закончились где-то. А, нет. У нас пошел пик. Да?
Да, да, нет. Произошел сбой. Да, вон, максимальное потребление 48 мегаватт было. Ясно, ладно, тогда мы пока что отрубим вот это дело. Без одной буровой будем. Все, теперь пока все работает, пока производство какое-то идет, нам надо... А сейчас какого перепугу? 43. Потребление пошло. А, ну вот эти начинают работать, потом эти начинают работать, да, что-то. Перебор, перебор. У нас тут, видать, да, не хватает нам этих самых двух. Ладно, ладно. Что у нас тут? 29 бетона есть. Ну, нам хватит этого на какое-то время. Давайте пока что отключим вот этот вот кабель. И этого должно хватить уже, чтобы все нормально работало, когда запустятся все вот эти производства. Нам, в принципе, они важнее, чем бетон. Бетон нам тоже нужен будет в огромных количествах, но сейчас прям в огромных не нужен. Так вот, и пока все это дело работает, надо пойти пособирать немного листвы. Вот эту траву я здесь все оставляю. Она нам пригодится для озеленения нашей базы в дальнейшем. Поэтому мы сейчас куда-то пойдем подальше. Где у меня точно не будут, не будет наша база, наверное. Вот, я думаю, да, тут уже можно собирать все в подряд. И нам надо довольно много собрать сейчас травы, чтобы запас был хороший. Так, хорошо. Еще немного ягодок заберем. И можем, наверное, возвращаться. Этого нам на какое-то время хватит. Там еще ягодки. Так. Что у нас тут, собственно, произвелось? 60. Здесь 26. Тут, конечно, работа стоит пока. Ну, пока пусть и стоит себе, в принципе. Давайте листьев докинем. Сюда. Сюда. И возьмем проволоки. 300 проволоки у нас уже есть. Хорошо. Так, нас интересует... Давайте смотреть. Нам нужно еще 20 бетона, цемента, как он там? Бетона. Угу. И немного пластин. Так. Мы, наверное, пока что сделаем тогда здесь вот так на пластины переключимся. А 30 бетона мы сделаем, наверное, ручками. Тут у нас, да, пусто. Здесь у нас сотка есть, ага. Погнали. Так, хорошо, этого нам хватит. Отлично. И теперь мы можем делать биомассу. Поставим крафтиться. Биомасса из древесины, да, поехали. Building biomass burner. Heart biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service.
Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Note. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. Да, и наша дальнейшая основная цель — построить космический лифт и загружать в него там триллионы всяких разных ресурсов. И вот, вот на этом у нас заканчивается типа вступление, которое мы могли изначально пропустить. И вот отсюда уже начинаются более, конечно, интересные вещи. Но в первую очередь нам надо, во-первых, заменить отсюда все листья. На биомассу заменить. Так. Сделать сжигатель биомассы. Немного пластин не хватает для него. Так. Нам понадобится еще, да, какое-то время мы на этих сжигателях биомассы будем работать. Поэтому можем, в принципе, парочку делать. Так, загружаем сюда, загружаем сюда. Коннектим. Я думаю, пока что одного нам хватит, да, вот так вот его куда-нибудь, куда тут можно, вот сюда можно законнектить. Вот этот у нас, да, законнектился, ага. И включаем теперь все остальные наши производство, которое мы отключали из-за нехватки энергии. Так, и вот так. Все, теперь у нас производится, ну, основная часть базовой продукции, да, без проблем производится. Зеленым, желтым подсвечивается из-за того, что как раз руды еще не хватает, но руда потихонечку ползет. Ползет. Давайте посмотрим, что у нас по энергии сейчас выходит. 48, да, максимальное потребление. Но мы можем еще разогнать, конечно. Даже на, только на одном этом генераторе. Не генераторе, а, ну, в общем, переработчики биомассы. Сжигатели, во. И что нас интересует сейчас? Давайте подумаем. Бетон у нас потихоньку производится. Что, что тут нам нужно? 200 бетона. Это тоже неплохо, в принципе, но... Карта, ячейка для рук. Ячейка инвентаря, радиомаяк. Так... Наверное, самое важное — это вот это. Сейчас для нас. Можем пойти еще производство бетона одно наладить. Пока у нас пластины там производятся в двух этих самых, да, можем пойти еще бетоном заняться. Давайте посмотрим. Нам надо еще одна будет буровая. Кстати, может быть буровая, может, а ну-ка пойдем посмотрим, что тут почем. Потому что буровая наша производит 60 известняка в минуту. А это потребляет 45 известняка в минуту. Ну, короче, да. Можем отдельно строить. О, да, у нас вот эта вот штука прилетела. Она как-то выглядит по-другому должна, мне кажется. Можем построить еще одну буровую смело. И можем построить еще один конструктор. Надо только две вот эти сделать. Болтов нам не хватает, винтов. Пойдем возьмем еще пластин немного с собой. Можно взять все, кнопочку нажимать, да? Пойдет. Так, тут у нас где-то еще один известняк был, вот он. Выковыряем вот эту верхнюю штуковину. О, тут уже кабанчики где-то на меня согрелись. О, тут, по-моему, два известняка даже, да? Ты же выковыряешься, правда?
Да, выковыряется. Так, буровая. А, тут нам же бур надо еще сам по себе. Для этого нам надо мастерская. Где там у нас? Во, мастерская. Сделаем два сразу. Да, нам хватит как раз. Тихо. Так, буровая. Раз. Конструктор. Контейнер. Столб. Так, да, а, все правильно. Все это соединил. Потянули теперь куда-то сюда. Угу. Надо теперь в конструкторе, да, указать. Идем, возьмем, наверное, еще бетона сразу. Там немного произвелось уже, наверняка. Угу. Отлично. И можем еще одну построить такую систему. Вот иногда, когда чуть возвышенность, то уже скользить так не получается. Оп, кабанчики. Оп, не достал. Давай, быстрей. О, пока он не разогнался. Ой, фриз был. Так, а где... Тушка этого кабанчика пропала. Ну ладно. Так, буровая. Давайте. А, и нам надо ж... да, нам надо... Еще две эти сделать. Как они называются? Укрепленные пластины или какие-то там усиленные пластины. Усиленные. Хорошо. Давайте возьмем вот это все. Можем, наверное, и бетон тоже отсюда взять сразу. Хотя мы вернулись бы все равно за ним. Ну, неплохо. Я думаю, мы можем переключить одно производство здесь на прутья уже. Пока у нас нет разветвителей, мы не можем как-то, да, эту ленту разделять, поэтому нам надо отдельно строить все-все-все. И давайте сейчас прямо вот так конструктор и конструктору еще склад. Так, бетон. И... подключаем все вот это дело. Отлично.
У нас теперь три производства бетона. Пока что мы по-другому это, ну, не можем нормально сделать никак, чтобы лучше работало. Но дальше сможем. Так, и давайте проверим, что у нас по биомассе. Ну, не быстро расходуется уже, совсем не быстро. Это хорошо. Так. Выберем, наверное, это целью себе сразу. Ну и да, нам останется просто сейчас ходить собирать ресурсы. 30 здесь, и там еще может быть. Но там все равно маловато будет. Еще, я думаю. Ну, вот этого, кстати, хватит уже. Потом, попозже немного, когда, ну, появится возможность все это делать, мы устроим себе один такой большой центральный хаб вот здесь, где будут все-все-все типы ресурсов. Потому что нам надо постоянно, чтобы у нас куча всякого было барахла в инвентаре, и постоянно там загружать там куда-то нужно будет, что-то крафтить, чтобы... Ну, короче, я хочу, чтобы у нас тут красиво, аккуратненько подвозились все ресурсы к нашему, к этому хабу. Тут как раз полянка для этого, ну, относительно достаточная. Относительная. Но тут, да, еще над этим всем нужно поработать будет хорошенько. Так, 50. Ой, мало, короче, вообще, да. Ну, в принципе, десятка здесь. Десятка здесь, десятка там. Этого должно хватить уже, по идее. И вот сейчас, когда мы откроем фундаменты, уже можно будет тут начинать наводить порядок постепенно. Так, нам вот сюда. Отлично, все. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic. Этот глючит что-то как-то. Раньше он нормально взлетал, куда-то улетал себя, тут просто исчезает. Только вот эти остаются. Ну, это опять же, может быть, проблема экспериментальной версии, не знаю. Так, хорошо. Капсула запущена, пока летит себе там, и мы уже... Да через полторы минуты мы только сможем тут... А, вот, можем просто переключиться сюда. Угу. И выбрать здесь что-то другое себе. Ну, кстати, вот это мы можем тоже достаточно быстро сделать. У нас, в принципе, все есть. Вручную болтов можно накрафтить без проблем, я думаю. Винтов этих, точнее. А, у нас даже, да, еще эти есть. Слитки остались, которые можно переработать быстренько. Ну, вот уже 300 готово винтов. Можем загружать. И полевые исследования готовы к запуску. Очередная цель выполнена. И здесь только логистика осталась. Тоже штука очень нужная. Но тут нам надо еще немножко подсобирать ресурсов будет, подкрафтить.
To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Note, the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Угу, вот у нас карта теперь появилась, наконец-то. Мы вот здесь. Да. Так. И второй слот для рук у нас появился. Мы туда еду добавим, чтобы можно было здоровье восстанавливать, если вдруг чего. Если вдруг понадобится. Так, хорошо. А как у нас убрать все из рук? H, да? H, вот так. Окей. Добавим немного биомассы еще тоже. Не сюда. Вот сюда. У нас еще есть небольшой запас. Окей. И теперь можем строить фундаменты. И вот тут вот начинается самое интересное. Так, нам чего-то не хватает? Нет, всего хватает. А можем пойти еще взять... бетона немного. Теперь можно заняться обустройством базы нашей, потому что все вот это я убрать хочу. Угу. Так, давайте подумаем. Тут что мне, значит, нужно? Нужно, чтобы... ну, вот это дерево у нас осталось. Может быть, вот это дерево тоже еще. Надо просто решить, какой... как у нас база эта будет расположена. Под каким углом... мы, во-первых, можем вот это сейчас все убрать, я думаю, да, нам... а, там нет, там эти сжигатели биомассы пока убрать не можем. Ну, короче, это я, наверное, вне записи уже подумаю, как мы здесь расположим. Но суть такая, что у нас будут фундаменты выходить на воду. Я хочу сделать, чтобы на воде тоже были небольшие открытые пространства, чтобы эта вода там была видна хотя бы немного. И отдельные такие, как грядки для деревьев, чтобы были, чтобы немного зелени у нас осталось. Ну, а дальше подъем будет... от хаба, хаб на воде будет стоять, да, хабы, там мастерская и верстак, и все вот эта вот ерунда будет здесь на воде расположена. И дальше будет подъем небольшой к нашему складу, где будет стоять 30 контейнеров для разных видов ресурсов, которые, да, здесь будут храниться все. И дальше, практически в конце этой полянки будет лифт. Лифт, правда, будет... блин, эта штука может нам мешать будет. Ну, это уже такое дело. Но тут, короче, надо сейчас с расположением всего вот этого подумать, как лучше будет сделать... ну и надо, чтобы еще цемента произвелось, там и пластины, всего остального в какое-то количество, чтобы можно было всем этим заниматься. Ну и, короче, да, здесь все будет застелено фундаментами. И все ровненько, аккуратненько будет расставлено со временем. Ну, потому что, да, это у нас пока базовые, временные такие расположения всех этих производств. Это никуда не годится в итоге-то. Вот.
Но делаем свое, они сделали. Да? Базовые ресурсы мы уже производим, мы можем дальше там потихоньку прогрессировать. Нам хватит, в принципе, чтобы уже вот это сейчас запустить на самом деле. Может, давайте запустим сразу. И посмотрим на следующий уровень, что там будет. А, наверное, не хватит еще некоторых ресурсов. Есть такое подозрение. А, нет. Всего хватает, отлично. Все, запускаем. И да, первый уровень мы завершили. Угу. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. Вот это вот нам надо бы побыстрее. Твердое биотопливо и пилу. Display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Улучшенные конвейеры уже тут открылись. Но это нам, да, откроются потом, когда мы все это накрафтим. Но это потом уже. Это нам сейчас не к спеху. Вот. Но вот это хотелось бы побыстрее взять. Но хорошо, да, мы на этом пока что серию закончим. И в следующей серии продолжим. Будем наводить здесь порядки. И надеюсь, у нас выйдет со временем красивая, аккуратненькая база здесь, центральная. За стенами которые будут огромные заводы, куча конвейеров, переплетенные как угодно, макаронами друг через друга. Вот, ну, короче, посмотрим, посмотрим. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии. Ну и не забывайте писать в комментариях, если вы хотите видеть больше серий по Satisfactory. Пока!